Профессор, вы почти ничего не сказали за полтора часа. Не могли бы вы, пожалуйста, хоть раз что-нибудь сказать? Вашего единственного романа нет даже в вашем собственном книжном магазине кампуса. Вы здесь. Тот факт, что вы здесь, означает, что вы подаваете очень мало надежд. Это прозвучало грубо. Я буду улыбаться до конца. Вы здесь, в Рилтон колледже, столица посредственности. Я думаю, вам следует просто не отставать от страданий. Быть взрослым — это на 80% страдания. Это плохо. Они исказили мои слова. Это почти дословно. Как вы дошли до такого? Всякая всячина. Я обеспокоен тем, что могу сказать что-то действительно соответствующее моей личности. О боже мой. Но это несовместимо с современным кампусом колледжа. Вы ленивый сукин сын. Четверка. Прекратите это. Это действительно так. Вот. Я забыла, что вы не способны покинуть этот город по причинам, полностью понятным только вашему психотерапевту. Я не пойду. Моя жизнь здесь. Возможно, вы не пойдете со мной. Вас здесь тоже нет. Я затаил на вас много гнева. Черт побери. Отойдите назад. Вы видите. Давайте, хотите кусочек этого? Этот человек заведует кафедрой английского языка. Придурок. Я решил ненадолго встретиться с вами как с мужчинами. Для него все это шутка. Но не все они смешные. Таня, это не значит, что вы не можете получить пощечину. Ой. Отпустите блокнот. В нем есть оригинальная работа. И нет, если это ваша. Вот дерьмо.